Здравствуйте, друзья, всех приветствую на своем канале. Давно я с вами уже не виделась, не разговаривала. Хочу сказать, что живу я в Абхазии уже второй год. Вот. Сначала работала на кого-то, как говорится. Сейчас я уже открыла свой магазин, можно так сказать. Курорт Пицунда. Открыла свою точку, взяла в аренду, естественно, помещение. И сейчас я буду вам поэтапно показывать, как это все начиналось. Пока у меня были вот эти заготовленные видео все. Сейчас я уже более-менее собрала материал. Это все сейчас монтирую. И вам покажу, как это все начиналось. Сначала был пустой бутик. Потом мне делали полки. Потом я потихоньку закупала товар. И как у меня по мере вот заполняемости был мой магазин. Сначала немножко товара, потом еще больше, потом, ну и вот так вот меняется постоянно. То есть хочу сказать, что приехав в Абхазию, в другую страну, и вообще можно начать жить и делать деньги, зарабатывать и наслаждаться. Вот сейчас конец ноября, сейчас середина ноября. Смотрите, какое солнце на улице. Вот я сейчас сижу, чищу лаврушку. Вот у меня уже эвкалиптовые венички здесь вот есть. Вот эвкалиптовые венички у меня тут висят. Ребят, приятного вам просмотра. Пишите комментарии, если возникнут какие-то вопросы. Ставьте лайки. И приезжайте ко мне за лаврушкой. Тут специи разные. Специи. А здесь еще тоже специи всевозможные. Там соуса. Сладости половина продала уже вот эти проходные. Так, вот это мешки чая. Вот коробки эти все сладости. На улице стоит стол. Поставила я это все мое. Мандарины вот эти продаю. Тоже 1 килограмм остался, все продала. Эти соуса, эти банки, варенье, мед. Это все мое. Это надо будет. Наисвежайшие берите, 300 рублей. Все свеженькие, дата свежая, все свежее берите. И эти по 300, и эти по 300. Свежие, вкусные. Все по 300, да? Да. Так вот, работа кипит. Готовим точку к открытию. Специи, чай, все расфасовываем, готовимся. Я посмотрела, у тебя не понятно.
это почему-то так мало получилось. Мы какие-то все вот такие. Мне кажется, их можно подешевле. Да, да, да. Ну вот так, друзья, готовлю точку свою к открытию. Начнем потихоньку двигаться вперед, посмотрим. Есть еще контейнера? Да, есть. Корень просто, я, знаете, в пакете, не то, что просто пойдите, если исправите, но испортится. Но, нет, я вот так, бумажечку заходила. Так, а сколько должен оставить? Вот это моя точка. Вот она, чурчхела вот такая. Фруктовая чурчхела. Это масло со специями для салата. Вот, пожалуйста, варенье, специи вот в контейнерах. Здесь тоже сладости. В общем, вот так вот. Зонты. Лаврушка. Вот здесь привезли мне лаврушку. Веники сама вяжу на продажу. Так что вот такие вот дела. Лаврушечка вот так вот свеженькая, только-только срезанная. Так, венички делаем на продажу. В Абхазии лаврушка растет красиво. Да, лаврушка, запах. Аромат. Вот такие вот это делаем. Здесь свеженькая растет, ароматная, не как в магазинах. 5 листочков сухой продается. Вот. Так делаем. Так. Вот, пожалуйста, 50 рублей. Печок. Приезжайте. Все готово для вас. Так, сегодня дождь, поэтому вот так на улице выставила немножко мандарин, лимоны, ну и здесь навела порядок. Это вот они еще у меня лимончики с мандаринами. Так, на эту сторону, значит, я сделала вот так вот пастилу, вот такую пастилу.
такой взяла. Правда, мало на первый раз взяла. Дальше вот эти все у меня коробки рахат, лукумы. Здесь выше я чай весь. Вот так вот сделала чай. Выше я сделала все варенье. Не все, но все равно. Так вот. Тут у меня чурчхела на столе, потому что дождь идет. Так, здесь вот чаи все у меня в мешках. Дальше я вот так вот тоже. Здесь вот так вот чаи все выставила подряд. В пачках. Такие вот. Ну, а сверху у меня вот тоже вот такая вот полка. Полки буду еще доделывать повыше. А сюда я перенесла все специи. Вот такие вот. Здесь внизу вот эти все контейнера я забила. Вот так вот. Такими ведерками здесь. Вот такие соуса у меня. Аджика дальше пошла. Вот. И здесь на столе у меня тоже стол со специями. Вот так вот. Стол со специями. Тут еще лавровый лист. Я не открывала сегодня. В общем, вот так вот. Вот так. Так, учимся. Ага, учимся. На механике. Да, на механике. Жигули какой? Жигули 06. Жигули 06, а 6. Сколько там? С какого 92-го года? 96-го. То, на что обижающие говорили, о, говорит машина. Медведь. Водитель тоже медведь. О, сигнал давай. Сейчас сигнал. Сигнал давай. Так, что это сигнал, да? Да, дорогу покажи, где мы едем. Сунда, дорог, Гагра, Сунда. Ой, горы какие красивые. И я на фоне горы. О, на фоне, она за рулем сидит тоже. Да, на механике. Да. На механике. Покажи, где мы едем. Видно, налево. Учись. Сегодня второй урок вождения. Дай Бог терпения инструктору. Инструктор ничего не боится. Ты. Я терплю. Ты терпи, только езди правильно. Когда не будешь ездить правильно, права не дам. На механике, я думала, никогда не смогу. Почему? Нормально ездить. Уже можно в город выезжать. Да, уже можно в город выезжать, и машины много взял, да, как раз. Это по какой-то роде мы едем. Какой дороге надо учиться, а как ты хотел? Я даже полезла в сумку, права там себе нашла. Да? Но не где ж мои права -то? Молодец. Думала, потеряла, да? Да, я ее не нашла. Думала, кто-то стырил паспорт и загнал. Ну, паспорт ты недавно же имел в руках. Российский паспорт. А загранпаспорт. Права у меня в другом месте лежали. Я их не нашла. Дорогу смотрю. По какой дороге я учусь. Да. Видишь, какая дорога. Чистая трасса. Понял. Ага.
20 поднял, видишь? Сколько вам сказали? Да, вон и показывает. Трос нет. Ну, где счет нету лампочка, как ты себя говоришь, я не знаю. Да, вином пахнет. Это вино бабушка поставила. Нарежу, все банки перемою, это старое варенье. Все это беру, пока оно в зале придет. Не знаю, сейчас сахар хочу, но ничего попить пока. Мешать нельзя его пока? Нет, сейчас нельзя мешать. Да нам сейчас зачем его с утра пить? Пусть стоит оно. Я уже цвет хочу посмотреть. А здесь у меня с ними мини. Сколько? Если вино не будет, дома водка. Что, вода ж не будешь пить? Да. Настроение какие поднимется. Бутыли большие? А? Бутыли. Это нам отдыхающий принес подарок. Вон оно как играет. Прям видно, как оно играет. Да, это сейчас играется. Еще лучше цвет будет. Да, еще да. Вкуснее будет вино. На это парень просил меня. Ох, бабушка, говорит, я говорю, твоим зиву говорить. Понял, Гоша? Да. Хорошо. Где крышка? На пробка. Гоша, это сюда положи, сынок, чтобы... Вот так, ага. Это крышку тоже, вот так. На, Ира. Видишь? О, теперь будешь пить. А вот это надо мне все убрать, поставить. Это котел надо вынести, треножку. Это не так ты задницу мозоль имеешь. Ира. Красивая осень в Пицунде. Обратите внимание, деревья какие. Желтая листва, красная, зеленая. Сегодня дождливый день. Такая погода. Людей, конечно, уже практически нет, отдыхающих нет. Автобусы экскурсионные ездят по определенным дням. Так уже все, Пицунда опустела. Такая вот.